Программа капитального ремонта вы заплатили, по-моему, на 100%. В настоящий момент инженерные сети теплоснабжения находятся на циркуляции, осуществляется подключение социальных объектов, подключены в настоящий момент полностью все садики, принимаются заявки от школ и иных социальных учреждений. Относительно подключения жилого фонда, хочу отметить, что требованием постановления правительства номер 354 «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам» определено, что начало отопительного сезона осуществляется при наличии среднесуточной температуры не менее 8 градусов. По нашему анализу в настоящий момент за последние 5 дней среднесуточная температура составляет 11 градусов. То есть еще пока температура 8 градусов не поднялась. Дополнительно хочу отметить, что вчера состоялась встреча с представителями управляющих компаний относительно взаимодействия по факту подключения аварийно-диспетчерских служб. Ну и вообще определили порядок, каким образом будем взаимодействовать при обращении потребителей и при наличии каких-то нештатных ситуаций. Диспетчерские службы у нас работают в круглосуточном режиме, провели разъяснительную беседу относительно как вести с обращениями граждан. Еще раз подчеркну, что сейчас налажено оперативно-диспетчерское взаимодействие между ООО «Теплосеть» и управляющими компаниями.